Футбол высочайшего качества, и даже погода не стала вмешиваться. Для вас сегодня будут работать Георгий Черданцев и Константин Генич. Впереди нас ждет отличный матч. Поскорее бы начало, все заждались. Спасибо, Георгий. Отличная игра нас сегодня с вами ждет. Очень много разговоров ходило вокруг Серхио Каналеса перед игрой. По-твоему, как это скажется на его форме сегодня? Я бы на месте защиты уплотнил ряды, потому что этот игрок может в одиночку всех пройти и просто никого не заметить. В агрессивной манере решили они сыграть сегодня. Все указывает на то, что соперник окажется под прессингом. Если на то ставка, то значит готовы они физически выдержать высокий темп игры. Высокий темп еще не обязателен. Они в первую очередь рискуют поднятой линией обороны. Но без опыта с таким прессингом играть едва ли кто-то решится. Так что сегодня мы будем считать, что они уверены в своих ресурсах. Вот в каком составе сегодня гости вышли на матч. В этой команде та же схема 4-5-1. Надеюсь, им хватит одного форварда. И судя по расстановкам, нам предстоит вязкая тактическая борьба. Первый удар по мячу, и игра началась. Борхе Иглесиас. Фекир. Просто невообразимо вратарь сыграл. Ты видел такое, а? Невероятное спасение сейчас сделал. Решили коротким пасом разыграть эту угловую они. Отлично сыгран. Перехватывает мяч соперник. Атака на хорошей скорости. Сопернику сейчас непросто. Набиль Фекир. Андрес Гуардадо. Да как он его взял, а? Это невероятное что-то! На коротке решили разыграть угловой. Мяч за пределами поля. Удар от ворот. Уокер Циммерман. Гальезе. Хороший прием мяча удался, и он смог мяч сохранить. Отбор. Есть у него место для движения. Есть первый гол у нас. Очень резвое начало с быстрым голом. Нас ждет атакующая игра сегодня. В этом нет никаких сомнений.
Как здорово он пас отдал. Очень уверенно это сделал. Да, и очень классно сыграно в завершении. Выход один на один, а потом мощный результативный удар, который голкиперу просто шансов не оставил. Прекрасная комбинация. Один ноль. Сейчас будет веселее. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграли. Борха Иглесиас. Классный пас он отдал. Хуанми Хименес. Каналес. Спасает команду голкипер. С очень хорошей позиции удар наносился. И каким-то чудом вратарь вытаскивает мяч.